Всем хаешки, друзья! Как вы уже успели заметить, сегодня у меня самый галантный, импозантный и презентабельный прикидик. Сегодня я представлю вам урок в майке алкашки и в трениках шизофреника. Очень надеюсь, что на видео майка будет кристально-белого цвета, а не какая-нибудь серая или коричневая. Сейчас я покажу, как играть песню «Эгоист» исполнителя Хавайи или Гавайи, я не знаю. Ну, я бы, конечно, вальнул на Гавайи в это время суток. Расскажу небольшую предысторию. Сегодня ко мне с утра пришел ученик и попросил подобрать эту песню, что я и сделал. Я решил для вас записать такой экспресс-урок. Это, можно сказать, решение спонтанное, поэтому записываю не в павильоне, а на своей кухне. Сейчас я покажу, как ее можно сыграть. Во-первых, покажу самые простые элементарные аккорды. Там всего три аккорда. Это аккорд АМ, ля минор, аккорд G, соль и аккорд F, фа мажор. Ну а также покажу, как играть вступление. Оно играется очень просто. Аккорд АМ ставится, далее играем вторую, пятую и переходим на третью струну. Обратите внимание, как я буду играть, потому что я буду играть в максимально медленном темпе, чтобы вы могли уловить всю суть. Это у нас вступительная часть. Как играть аккорды? Ребят, ну тут все очень просто. АМ, Ж, Ф. То есть можете проводить каждый аккорд по 4 раза. То есть АМ 4 раза, Ж 4 раза и Ф 4. И еще раз так же. Раз, два, три, четыре. Первый вариант очень простой. Играется он так вот. АМ, далее Ж. Можно даже не зажимать мизинец. И аккорд Ф мейдж. Такая вот своеобразная лесенка. Играем 2 раза. Еще раз в медленном темпе. Так все играется, это первый вариант. Сейчас я покажу второй вариант.
Все легко и просто. На пятом ладу зажимаю третью струну. Далее на третьем шестую. И на этом же ладу четвертую. Повторяем два раза. Следующий вариант будет немножко поинтереснее, на мой взгляд. Он играется еще проще. Обратите внимание. Переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант играется с щелчком. Вот такой прием. Сыграю в медленном темпе. Еще раз АМ. Нужно добиться вот этого звучания. Здесь все, технология очень простая. Я просто ударяю большим пальцем правой руки подушечкой вот этой частью боковой по басовым струнам. Вместо F вы можете играть аккорд Fmaj7. Сейчас я покажу, как играть джазовыми аккордами. Этот вариант уже для продвинутых гитаристов, не двинутых, а именно продвинутых. Звучит интересно, экстравагантно и необычно. Давайте послушаем. Еще раз. Друзья, самое главное, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. До новых встреч, пока-пока.